안녕하세요. 저는 아미나. 이, 우리 채널에 아미나 아미 티니. 이, 아시죠? 왜 나가니까 слышали о шоу Island? 야. Хочу сказать, как я любитель вообще фанат, не знаю, компании, возможно не компании, но Big Hit, да, мне нравится группа Big Hit, мне нравится BTS, мне нравится TXT, TBT, Tomorrow We're Together, да. И когда я узнала, что Big Hit, ну, Big Hit совместно с Billy Fit, там, или совместно с CJ, точно не знаю, ну, в общем, выпускают шоу Island для дебюта новой мужской группы, которая будет под компанией Billy Fit, а Billy Fit — это у нас дочерняя компания Big Hit. Это означает, что они будут тесно связаны, ну, я не знаю, тесно связаны, но они будут связаны вместе с вообще с компанией Big Hit. То есть, возможно, мы будем видеть взаимодействие, взаимодействие BTS, TXT, NHYPEN, возможно, других групп, других лейблов, которые находятся в Big Hit лейбл. В общем, я смотрела Island, да. Я не стала делать реакции на выступление там, потому что я смотрела его одна, и мне не очень хотелось делать реакцию одной. Хотя у меня была идея, но я такая думаю, ну блин, я с самого начала не стала делать, что уже в конце, под конец делать. Мальчики мне нравятся. Мне нравится эта группа, NHYPEN. Знаете, хочу сказать сразу, что любимчик, вот прям фаворит, не попал в группу. Так что я буду ждать дебют своего фаворита. Да. Но в группу попали мальчики, очень хорошие, замечательные, которые мне нравятся, можно сказать, все. Не все нравятся, но кто-то больше, кто-то меньше. Да. Я даже пока не могу сказать, кто мой любимчик, потому что мне там многие нравятся. Но изначально мне нравились Сону, потом добавил Сон Хун, Джей и Ники мне уже под конец стали нравиться, Чон Вон мне сразу запомнился с первого эпизода, его нереальная классная улыбка. Очень круто, что он стал лидером группы, и мне очень прям интересно, какой из него лидер. Ну, в принципе, в шоу, да, показали его часть, какой он лидер, но вот реально, вот там, знаете, там просто в шоу это как бы задание, там все такое, а здесь прям целая группа, так что интересно посмотреть, но мне кажется, он справится. Я, знаете, у меня была идея сделать реакцию на NHYPEN, ну, на NHYPEN, либо же на Island, но на Island я уже посмотрела все шоу, то есть смысла нет. Но с NHYPEN я не смотрела Dance Practice с Chamber 5, кстати, очень классная песня, я тащусь. Очень жаль, что они не выложили в Spotify, да и вообще, что они не выпустили песни в качестве, так сказать, вообще не выпустили эти песни с самого шоу. Есть только заглавки и есть только такие общие песни, типа Incredible и Run to You, или как там, я забыла последнюю песню. Но они мне тоже нравятся. Но вот Flicker, Chamber 5 и Dive into You и еще какая-то песня, вот они просто огонь. Короче, ладно, послушаем песню. Мне прям очень интересно, потому что я вот откладывала такая, ну, наверняка я сделаю реакцию такая. Хочу сделать реакцию на NHYPEN до дебюта еще, потому что я очень жду дебют. У них, по-моему, 30 ноября. Я очень жду. Так, Хисын заходит. Фрукты. Арбузик. Он у нас яблочко красное. А, нет, клубничка. А, обожаю эту песню, не могу. Ты
тебе очень нравится Паркинсон? Или тогда? Обожаешь. У него прекрасный голос. Сону прелесть. Ты такая прелесть. Господи, я так жду их, да? Прям очень интересно. Я так рада, что в альбоме будет Флэкер. Эта песня просто, знаете, мне очень нравится, прям очень. Просто идеальная. Они, вот эта песня и Flicker просто для меня самые-самые любимые. Просто так хочется слушать. Я прям залипала его, честно. Не, так жду, блин, пожалуйста, 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 Билли, выпусти, выпусти оригинал этой песни. Версию с семеркой, либо версию с пятеркой из шоу. Выпусти, я так хочу. Мне ужасно нравится эта песня. Она прекрасна, мальчики прекрасные. Я очень жду их дебют, как я говорила. Эти дети. Вы не представляете, как я рыдала в финале. Но... Но все равно это прекрасные, прекрасная группа, прекрасные мальчики. Они очень хорошо смотрятся. И, не знаю, я не представляю эту группу, например, без того же Сону. Ну, вообще. Так что я очень рада, что продюсеры выбрали Сону. Вот. И я голосовала, конечно же. Я скачивала приложение. И... Специально для именно для голосования я скачала это приложение и голосовала. Вот так вот. Давайте до дебюта. Обязательно сделаю реакцию, не знаю, с друзьями постараюсь. Ну, если не получится, то сама, но постараюсь с друзьями, с подругами. И хочу сделать реакцию на, конечно же, на альбом. Ну, там видно будет, с кем и как. И будет ли вообще эта реакция? Всем спасибо, всем пока. С вами была Амина.